Că te rog să te întești, că mă rog. De ce să... Da, mă știu ce să mă lăsă să-ți iei cu Bogdan în domn. Este o zi, când cred asta-i de-a. Nu, 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 Річа в рот не бере руки. It's a bit of turbulence like on an airplane. Все, пап, мы теперь на Богдана доме ужасаем. Артём, помнишь, мы в GTA 5 тоже на таком поднимались? И там парашют лежал. Фиг, круто, я пешком. По такой тропинке прикольно. Ага, прошёл с собой? Сегодня вечером, сдавайся. Да? Пойдём. Пьян. Артём, я представляю, как к тому дому повезло. Орел. Ну, пап, я представляю, мам, я представляю, как тому дому повезло. Пап, я представляю, какой вид с того дома. Артём, сейчас мы будем подниматься ровно наверх. Артём, сейчас будет такая железная палка. И мы поднимаемся ровно вверх. I will start because you are because get ready for time. А там у тебя сырят отпечатки. Давай, я смотри. Can I have the chicken? Oh, it's the chicken. Can I use the chicken? Yeah. Всё, Артём. О! Никто. Здесь сразу тебя не определил, вот это вот центр. О, пап, я даже не заметил, здесь окно открыто. Все, Артём, мы сейчас будем пробовать на той самой голодой. Хотя мы сейчас так высоко, мы, знаешь, мы уже на 12-м этаже. Вон там фермер. Фермер, мне кажется, уже А что там фермер? Одежды. Виноград, наверное. Сейчас печки. Хотя мы через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, Артём, мы проплываем под речкой. Сейчас он вообще. Там вообще с мегалодон у нас есть. Похоже, больше не больше ничего. Это просто. Кстати, я хочу свалки. Это все.
него сияет. Не, я вижу. Гостиница. Я там что-то увидел, там темные. Ну, мелкие рыбы, смотри, плавают. Там темное пятно. Видишь, мелкие рыбы плавают. Я там темное пятно заметил. Не серьезно. Там золотая тачка. Папа, если тут побольше рек поставить, побольше пальм, то это была бы Амазонка. Амазонка — это река. Амазонка на Африке. Подожди, это что? Типа там Амазонка? Мы на высоте дерева сейчас, обыкновенного. Мы еще выше? Ты еще выше? Я уже весь город. Что это? Офигеть-то на большой. Погода хорошая. Обещали, кстати, уже в это время дождь. Сколько, час уже? Угу. Папа, хочешь прикол? Я когда вот так делаю, у меня вот отсюда воздух идет. Ты надо тебя на это. Папа, смотри, смотри, папа. Ой. Мы немного повыше поднимаемся. Ты что, боишься высоты? Нет. Кстати, Артём, я даже не боюсь, если я гигант с Богдана дома упаду на траву. Я не буду слушать. Не думай даже такие вещи. Умрёшь сразу, и всё. Ты думай головой.
Это у них уже все темы. Так а вдруг я на ноги прыгну и там будет трава? Не будет там травы. Я просто не боюсь высоты. Да, прыгать не надо. Выпрыгни вот с такой высоты. Но без проблем. Конечно. Только парашют дай мне. Ну, парашют еще не успеет открыться. Мы еще выше поднимемся. Это деревья, бабушка. Это маленькие кусты. Не просто. Там среди деревьев что-то вверху. Что-то вещь. Потому что снизу, сверху так кажется, что это кустик. Электро. А, да? Папа, я там скорпиона видел. Зайка, в теньке прыгался. Нифига здесь, конечно, облог. Зато лета спомнила, а тут и другие звонят. Папа, помнишь, мы, это, мы смотрели такой фильм, там, где, на, там, где был такой мужик,